Впечатлениями о прошедшем накануне конкурсе патриотической песни с нами поделилась Елена Солдатова, певица, композитор, почетный член Российского музыкального общества, педагог высшей квалификационной категории по эстрадно-джазовому вокалу. Конкурс патриотической песни прошел в нашем регионе в пятый раз. Елена Солдатова возглавила жюри впервые. С работниками культурно-делового центра «Арктика» она познакомилась в Греции во время выступления на одном из концертов. Елена Валентиновна – постоянный член комиссии многих вокальных конкурсов России. Также руководит детским и молодежным коллективом «Мегасаунд». С творческими поездками она побывала во многих городах России и зарубежья, но в Заполярье приехала впервые. Сказать, что это прям очень прекрасно было, не скажу. Но мнение у меня о детях есть очень приятное. У вас есть перспективные дети, с ними надо работать много, работать усердно. Но это касается не только педагогов, естественно. А усердие касается учеников, чтобы они усердно трудились над собой, потому что во многом успех артиста зависит от него самого.